Рада приветствовать вас в галерее «Свиное рыло». Меня зовут Елизавета Бэнк. Я в этот раз, в этом году, принимаю участие в традиционной ежегодной женской выставке, не только как художник, но и как куратор. Сейчас мы находимся в зале, который посвящен традиционной живописи, и здесь представлены наши любимые прекрасные художницы Лариса Голубева, Мария Трегубенко, Таня Воронкова, Ани Егерева и так далее. Недавно у нас был день рождения нашей галереи, ей исполнилось 7 лет, и мы очень рады, что в 7-й раз нам удалось соблюсти свои традиции и провести ежегодную женскую выставку и пригласить, ну, как и прежде, художниц, которые близки нам по духу, которые разделяют наши традиционные ценности галереи «Свиное рыло», также немножко освежить наш коллектив. Прошлая наша выставка называлась «Девочки лучшие». Эта фраза в столь непростые времена для нас стала таким нашим девизом всех художниц, которые принимали участие когда-либо в наших выставках. И на протяжении всего этого года мы говорили эту фразу друг другу для того, чтобы мотивировать друг друга поддерживать. И мне кажется, выставка сейчас без названия, но мне кажется, можно назвать ее «Девочки лучшие 2». Лидия Гордиенко, Лидия Бараник, Наталья Шалина. Вот наши новые прекрасные имена и много других. Так что приходите, знакомьтесь.